Офигеть! Сегодня, в день рождения Пресвятой Богородицы, Преснодевы Марии, в дунно-десятый православный праздник, на кольцевой автодороге случился массовый, крупномасштабный замес просто с потрясающим, невероятным хэппи-эндорфином. В одном месте в одно время стукнулись три грузовика, а пострадал всего лишь один человек, сидевший, прикиньте, даже не в своей кабине, из которой он под ударом судьбы вылетел. Приключился этот грузовой замес на участке ЕКАДа между Полевским и Челябинским трактами. По трассе ехал автокран «Галичанин». По ходу движения у него сломалась кулиса переключения передач. Ну, это типа как пульт от телевизора. Ну, для переключения передач. Короче, автокран сломался. Его 49-летний пилот тормознулся на обочине, прижавшись к отбойнику, поставил аварийные знаки и из кабины рулевого полез в кабину крановщика за ключами. В это время сзади по ИКАДу, по правому ряду, катился бортовой КАМАЗ-длинномер с 702-ми башкирскими номерами, весший в кузове стойки освещения для уличных фонарей. Его пилот отвлекся от трассы. Слишком поздно заприметил стоячий на узенькой обочине кран, который левым боком изрядно выпирал на проезжую часть. КАМАЗист резко дернулся влево, но увернуться ему не удалось. Кабину от разрушения он спас. Но правым бортом КАМАЗ под углом налетел таки на автокран и завалил его в кювет. Я отвлекся. Ну, у него не аварийки, Вы по правому ряду как ехали, так правому ехали. Ряду, видим, что сюда наших ехать, обогнать, так обходить. Понятно. И смотрю, он стоит, оказывается. По пути в кювет галичанин разломал отбойник и завалился на спину, калошами в небо. Кабину крановщика смяло в ноль. А в ней ведь находился пилот автокрана. Тот умер там, наверное, погибший. Твою мать. Охренеть. Жесть. И погибнуть бы 49-летнему крановоду в куче сплющенного железа, но, говорю же, сегодня могучий православный праздник Рождество Мамочки Марии. И она не допустила ужаса на ИКАДе. Рулевой автокрана, естественно, в кабине крановщика не был обременен. Ведь он туда залез на несколько секундочек за ключами. И он при кувыркании галичанина вылетел из кабины и только благодаря этому не погиб в металлоломе. Он, упав на мягкую русскую землю, отскочил всего лишь с отрясом и ЧМТ. И на карете отъехал в травматологию. Встреча КАМАЗа и галичанина была, пожалуй, самым эпичным эпизодом в этой двухходовке. Все остальное не так ошеломительно, но, естественно, тоже заслуживает рассказа. По среднему ряду, в который высунулся уходивший от крана КАМАЗ, за ним катилась американская фура «Фрейтлайнер» с 33-ми владимирскими номерами и длинным носом, который называют «метром жизни». И это наименование сегодня в праздник себя полностью оправдало. Пиндос, длинный нос, влетел своей мордой в корму КАМАЗа, и нос стал заметно короче, но зато рулевой фуры здоровьем не повредился, равно как и КАМАЗист.